В общем, журналюга, большинство моих конкурентов просто идиоты. Они не понимают, что с избирателем нужен личный контакт. Голосуйте за меня. Понял, как надо? Ты чё, жопошник? Я сколько денег потратил? Я тебя убью, гад, блядь! Будешь за меня голосовать? Яков Григорьевич! Ну так чё, будешь за меня голосовать? Да буду, буду. Так-то, так, что я там говорил? Про личный контакт. А, ну да. С избирателями нужен личный контакт. Избиратели, они же как люди. Они все понимают. Только ничего не решают. Короче, журналюга, сегодня освещаем мою предвыборную кампанию. Вот тебе список вопросов. Ответы мне на них уже написали. Яков Григорьевич, вопросы-то палевные. Никто не поверит, что это я у вас спрашиваю. Чё палевные? Давай вот хоть один зачитай. Яков Григорьевич, о вашем либидо ходят легенды. Правда ли, что ни одна женщина не может испытать оргазм с другим мужчиной, если провела ночь любви с вами? Ладно, я так не зачитывай. Вообще это правда. Детский отдых – это наш главный приоритет. Ты посмотри, какую мы площадку отгрохали. Честно говоря, не площадка, а какое-то говно. Может и говно, но дети – это цветы жизни. А цветы лучше всего растут именно на такой почве. Качественное образование – это наш главный приоритет. Сейчас мы находимся у жемчужины в короне удмуртского образования Удмуртского государственного университета. Эш, ты чё это говно снимаешь? Снимай вон корпус нефтяного факультета. Но если вы мне не верите, давайте спросим первого попавшегося студента, второго Андрюха. Здравствуйте, Яков Григорьевич. Ну давай, рассказывай, кто ты, что ты? Меня зовут Андрей, и я обычный случайный студент Удмуртского государственного университета. Молодец. Какой курс? 7-й. Я не спрашиваю, сколько лет ты учишься, бестолочь. Я говорю, курс какой? А, третий. Ну рассказывай. С тех пор, как Яков Григорьевич подмял под свое крыло наш университет, жизнь забила фонтаном. Молодец. Про общагу расскажи. Клопы у вас там были, тараканы. Сейчас как? Все хорошо, все хорошо. Ни клопов, ни тараканов. С тех пор, как вы общагу-то снесли, Яков Григорьевич. Ну а преподы что, не летуют? Не, им вообще на нас насрать. Ты что такое базаришь-то? Так, ну-ка, дыхни. Ты что, бухал, что ли, вчера? Это тебе не экзамен, тут надо подготовленно приходить. Короче, журналюга, давай это видео удалим, нормально я снимем. Я другого племянника позову, вместо этой бестолочи. Значит, журналюга, развитие торговли – это наш главный приоритет. Ты посмотри, какой торговый центр забубенили. Люди ходят, радуются. Яков Григорьевич, а правда, что здесь должны были построить детский сад? Так, стоп. Камера работает на меня. Значит, там на третьем этаже есть детская комната. Про дороги. Развитие инфраструктуры – это наш главный приоритет. Блин, опять приоритет. Да кто этот текст писал? Сколько вообще может быть главных приоритетов? Главных один. Ну вот, сразу бы уже на люге спросили. Понапишут херни всякой. Яков Григорьевич, а чё про дороги-то? А чё дороги? У нас они дороги.